Привет! Сегодня мы распаковываем точилку для ножей. Электрическая приблуда для заточивания ножиков. Котик. Все котик. Так же с Озона. Все так же. Все на понятном нам языке. А что, по-русски вообще нет? Вот инструкция по применению. По-русски. Ой, есть. По-русски, да. Так что, эти, сама точилка небольшая. Это у нее точильный блок. Он меняется, как ни... Не знаю, наверное, вытаскивается каким-то образом. Не буду сейчас смотреть. Отдельно тоже продается. И ее электричество к ней подключается в розетку, включается. И раз, два, три, четыре. Все готово. Сейчас опробуем и оставим отзыв. Читай. Да. Электрическая точилка предназначена для заточки в домашних условиях кухонных туристических ножей с металлическими лезвиями. Кстати, было написано минусы, не умеет затачивать ножницы. Но ножницы никогда не затачивал. Так, конструкция, это важные меры безопасности, инструкции. Включите, придерживайте точилку одной рукой, рисунок 2. Проведите ножиком в первый паз с точильным диском с началом режущей кромки у рукояти. Вжих, ножик. Плавно потяните ножик на себя, не оказывая сильного вертикального давления. Повторяйте операцию на рисунке 3D создание равномерного заусенца. С одной стороны лезвия. Да, заусенца. С противоположной заточкой. Повторяйте операцию до создания равномерной режущей кромки. Создав равномерный заусенец с одной стороны, вставьте ножик в соседний паз, чтобы выровнять вторую сторону режущей кромки. И поверните действие в 3-4 пункте. Так, повторяйте операцию до создания равномерной для более тонкой заточки. Действие пунктов 2-4 на пазах с более мелким абразивом. Вот так? Да. Сможешь? Ну, нет. Вот, уже видно, что нет. Все. Подожди, не мучай, давай с обратной стороны заточенной покажем. В эту же сторону. Давай с другой стороны. Мучение, хлебушка. Номер 2. Что, еще мало? Туповат. Ну, правее этот, пошли еще подточим. Ну как? Ну, пытается что-то, да? Ну, с учетом, что у тебя мягкий хлеб, нормально. Это он тоненькие кусочки отрезаю. Не продавливаю. Я вообще на него не давлю. Ну, значит, помидоры вообще должны хорошо резать. Все. Вроде да? Работает.